В Белгородской области родители смогут записать ребенка в кружки, секции и дома творчества на портале госуслуг. Онлайн-система начала работать в 13 регионах, которые технически готовы к предоставлению этой услуги. Однако воспользоваться ей могут только те, у кого есть учетная запись на портале. Описание того, чем будут заниматься дети, местонахождение фамилии преподавателей, расписание. Вся эта информация доступна мамам и папам. Выбрать и оплатить кружок или секцию можно и с помощью сертификата. Сертификата доп. Образования. Он выпускается на госуслугах автоматически и предоставляется детям от 5 до 18 лет.